В гимназии номер 18, расположенной в поселке Томилино, проводятся ремонтные работы. Рабочие поставили новые окна, обновили кровлю, фасады и водосточные трубы. Вокруг корпуса начальной школы заменили покрытие на отмостках. Полностью завершить ремонт планируют к 1 сентября. Надеюсь, что детям в новом учебном году будет и самое главное тепло, комфортно пребывать. И мы уже не будем задумываться над тем, что может произойти, опять же, протечки или еще какие-то неприятности. Целый ряд вопросов в каждой школе мы смотрим, что внутри происходит. Поэтому какие-то вопросы мы решаем в плане пищеблока, какие-то вопросы мы решаем в плане отопления. На ремонт образовательных учреждений в 2021 году выделили 158 миллионов рублей. Реконструкция и благоустройство ведется в 18 школах и 20 детских садах.